Девай. Они не подпишут. Как не подпишут? Сделай мне еще. Thank you very much. Спасибо. Он второй раз тоже почти попал. Вперед, Спартак! Давай. На майке можно? Покинёс. А можно? Всё, ребятцы. О, с днём рождения, с днём рождения. Спасибо. Здоровья. Спасибо. Крепкого. Вы за ветерана все? Да. Я? Остальные? Ну что, я вас поздравляю. Все, предлагаю, не знаю, кто за кого. Ты меня прям. Все, задание, я пошел. Задание в Германию. Вот, мой любимый игрок. Все. Деспасито. Сегодня готов усилить команду. Хорошо, пока в запас. С удовольствием. Потому что резко с игроком вдвоем. Защитник. Держи на предприятии справа. Баржаковский. Слева лифт. Один из двоих. Десятикратный олимпийский чемпион. И они бегут как не в себя. Туда-обратно, кричали, не потаяли. Я говорю, бегунки есть. Да, футболисты, кстати, хорошие. Нормально. Да. По возможности, помоги, Миша, нам одних нападающих. Взял чуть-чуть, я о ней тоже сказал. Все, я опорный сам. Юра Павлюченко, да. И чуть-чуть помогал. Все, ладно, вам же так скажем. Момент из вашего. Ну, там футбол. Ну, там в центре очень самая нормальная позиция, аккуратно. Руки палки, а? Каким спортом стал последним? Я тебе сейчас облежу. И капитанскую повязку снимаешь. Будешь на поле плавать. Давай. Помощник вас. Включайся. Так, вот это уже лучше. Можно работать. Спокойно. На ноль сегодня. Стараемся работать. Привет. Не принимаю. Потихоньку. Ты тоже нам надо. Да, да. А если еще что-нибудь скажешь, ты вообще будет хорошо. Видишь, у нас 8 нападающих, в основном в составе 8 нападающих, поэтому как их всех? Кто лучше нападающий? Играем по 5 минут. Лучше нет, всех дубль В играет. 2 сзади, 8 впереди. Понял. Барселона. Егор Титов, Егор Титов. Привет. Да. Он здесь в Москве, да? Мне его папа застал. Папа его сказал. Расписывался? Да, почему номер 40? Бля, 19-й отжали. Есть поважные мальчишки. 17-й никто не берет, ребята. Все хорошо. Я тоже. Саша, привет. Ага. Все хорошо. Привет. Good to see you. Good to see you. Neighbor. Bomba. Bombardier. Bomba. Next to me. Hey, how are you? Fine.
My friend came from Belgrad, and I think it's for you. Oh, yes. It's classic t-shirt. It's not classic, believe me. It's the special. Bellissimo. Это ретро майка, когда они Лигу чемпионов выиграли. А, да. Red Star won the semifinal. Semifinal, yeah. Dan, happy birthday. I wish thank you all the best. Thank you very much. Yeah. Thank you. Thank you. Я в жизни защиты не играла, вычеркнула. Окей, no problem. Как видишь, все на титул. Как играть, да. Если видишь Егора Ильича, давай, все будет ничего. У тебя Александр Самедов, Егор Ильич. Да. Все, отдал и сможешь. Да. У нас по полчаса, да, тайминг? По 30 минут. А замену? Замену в процессе как нужно будет, там уже все делать. Как устанет, там мы прям сразу. А, окей. Ну или вы увидите, что нет. Или я увижу, да. Ну что, пойдем, конечно. Давайте, правильно. Поехали! Парни, хотим представить болельщиков футбольного клуба «Спартак Москва» с трибуны «Б». Только что официально выиграл возможность присоединиться к вашей команде. Прошу любить и жаловаться, Андрей Волков. Всем привет. Давай, мы тебя ждем. Куда можно? Вот, я свое место. Спасибо. Пойдем, давай. Большая честь и большое удовольствие быть здесь, находиться Thank здесь сегодня. Much, сегодня. Спасибо всем. Thank you very much. Thank you very much.
Ребят, две минуты скажу. На самом деле это большое событие для клуба, для болельщиков, для Спартака, для каждого из вас. Потому что каждый из вас, из нас, находящийся здесь, это часть Спартака, великого клуба. Поэтому давайте пойдем туда, получим наслаждение, подарим людям праздник и просто будем все вместе праздновать этот день. Давай, давай, давай! Лучше, I buy the new striker, my friend. The new striker, long goal for Tegra. Sonda, Tegra. Пожалуйста. Папа, скинь!
Вань, как ты себя чувствуешь? Слушай, хорошо. Я бы еще поиграл, но интенсивно, прикольно. Но кардио отличное. Не, ну я прям гордился такой, это мой ромб, что ли? Пятки это что ли? Thank you.
мероприятие, да. Наверное, за 8 лет, наверное, это первое, да, такое мероприятие крупное, которое сделал «Спартак», «Лукойл». Да, огромное спасибо. Прям в восторге с этого начала, да, световое шоу. Всем понравилось, все впечатлены. Огромное спасибо болельщикам нашим, да, активным фанатам, которые пришли, поддерживали нас. Конечно, это другой уровень, понятно, что в официальных матчах их нет, и это печально, да. Но сегодня, наверное, все видели, да, не только кто был на трибуне, что значит играть с болельщиками. Атмосфера была великолепна сегодня, с самого начала. Даже словил флешбеки, когда Максим пела, вот, лазерное шоу, баннер от фанатов. Все великолепно и чистый кайф. Как тебе играть? Скажи, кто сухой вратарь остался? Геннадий сегодня в таком порядке был. Главное вовремя выйти. Один за всех! Один за всех! Один за всех! Один за всех! Народу пришло, это очень радует. И мне кажется, нам иногда в каких-то решающих моментах в борьбе за самые высокие места вот этой обстановки, вот этого ажиотажа, вот этих болельщиков не хватает. Дай Бог, чтобы все наладилось, и ребята заполняли стадион, потому что, ну, это, наверное, 75% победы. В мое время было так, когда полный стадион, мы почти никогда не проигрывали никому. Желаю, чтобы это было всегда. Ну, конечно, многие ребята, которые сегодня вышли на поле, они многократные чемпионы. Ну, остались еще у них навыки хорошие. Вы посмотрите, я лично любовался игрой некоторых футболистов, которые тренировались еще играли в мое время. Ну, и молодые игроки тоже посмотрели, как делать некоторые вещи. Получились, наверное, что-то намотали на ус, как говорится. Во всех отношениях очень полезное мероприятие сегодня прошло. Все это незабываемо. Здесь все. Мы с тобой, Романцев, Велетон, Павлюченко, все здесь. И полуголый Хусевич, шедший в душ, который перехвачен мной. Супер. Ну, это праздник. Ну, то есть, когда мне предложили, вот, то есть, я сегодня отказался от съемки, от очень крупного проекта, просто потому, что это один раз в жизни такое могло случиться. И спасибо там людям, которые пошли на уступки, я здесь, и люди сюда профессиональными футболистами становятся, чтобы попасть. Выступают в академии с 6 лет, с отцами своими приходят, ломают себе икры и так далее, чтобы здесь оказаться. А я просто выплыл с Ромой Косицыным на другую дорожку. И какие, кстати, Рома Косицын, респект за сегодняшнюю игру. Очень достойно смотрелся. Сектор нужный пришел. И сразу праздник. Это же фанаты делают это, 90% атмосферу. Ну и, конечно, тут, когда рядом Оленич, здесь Титов ходит, говорит: Ваня, молодец. А я знаю, что я не молодец. Но это сказал Егор Титов, значит. Там рядом Романцев сидит, он с тобой. Ну ты что, ну как тут? Тут иногда вот так иногда делал, чтобы... Да нет. Тренера была персональная установка?
Нет, у меня была персональная установка к тренеру, не забыть про меня. Просто знаешь, что если что, я могу в любой момент выйти на любую позицию, конусы собрать, пожалуйста, мячик подать, легко. Мне было даже интересно просто с скамейки запасных, Сашей Филимоновым. Саша, прикинь, я говорю, Саша, в 96-м году смотрел футбол, Саша Филимонов, ага. Просто по-человечески поговорить. Uma alegria muito grande, né? Muito tempo sem vir aqui no Spartak. Eu joguei aqui, eu amo o Spartak, né? Spartak, eu construí uma vida aqui, né? E fiquei muito feliz quando o Spartak me convidou para fazer esse jogo. Sim, estou bem. Posso jogar mais um pouco ainda. Sim, encontrei todo mundo. Esse aqui é meu amigo também. Encontrei amigo brasileiro, Guilherme, que joga Locomotivo. Ali, tinha muito tempo que não via, né? Foi legal, fiquei muito feliz. E quero voltar aqui em Moscou sempre. É uma torcida linda. Fiquei muito feliz também de ver eles. Fez uma grande festa, como sempre. Fiquei até emocionado de ele estar aí. Gritou meu nome. E que eu posso dizer que eu amo eles também. E fico muito feliz que ele apoia o Spartak sempre.